Вітаю, шановні телеглядачі. В Одесі триває будівництво велопішохідної естакади, яка повинна з'єднати трасу здоров'я. Цього одесити чекали дуже давно. Про цей проєкт, як планується облагородити трасу здоров'я, ми сьогодні поговоримо з головою Приморської райадміністрації Маратом Корольовим. Добрий день, Марат. Дякую, що прийшли до нас. Здравствуйте. Наскільки я розумію, роботи на естакади проводяться і зараз. Що встигли зробити за півроку? Вы правильно сказали, и мне это очень понравилось. Одесситы давно мечтали и хотели, чтобы велопешеходная трасса здоровья соединяла Приморский район и Киевский район, начиная от, скажем так, парка Шевченко до 16-й станции Большого Фонтана. Настоящие одесситы, коренные одесситы, помнят, как это было. И действительно тот факт, что такой проект на стадии, скажем, показа идей одесситам был воспринят на ура. И когда первые этапы реализации этого проекта уже были начаты, конечно, одесситы с нетерпением ждут, когда можно будет уже пробежаться, проехаться, пройтись по новой, абсолютно, скажем так, не похожей на многие проекты велопешеходной трассы. Сегодня ведутся работы. Из-за погодных условий они немножко, скажем так, в темпе умеренном ведутся. Но под руководством мэра нашего города несколько дней назад мы выезжали и прошлись уже по новой велопешеходной трассе. Действительно, ощущения неимоверные, потому что она как раз стоит над уровнем моря, уровень где-то третьего этажа жилого дома или четвертого даже. И такое ощущение, действительно, как будто Париж над прибрежной зоной. Работы уже выполнены на участке от непосредственно Аркадии до 10-й станции Большого Фонтана. И сейчас финальная часть — это продолжение от 10-й станции Большого Фонтана к 11-й. Это спуск велопешеходной трассы. И, как сказали нам сегодня подрядчики, к 1 июня, к старту официально лета, к Дню защиты детей, велопешеходная трасса здоровья будет выполнена на 100%. Сегодня уже установлены опоры освещения, проведено полностью уже подключение, так что она будет освещаться в вечерний период. Около 22 мест предусмотрено для скамеек. Мы же прекрасно понимаем, что помимо спортсменов на трассу здоровья будут выходить одесситы, гости нашего города, ну и, конечно, пожилые люди, которые будут прогуливаться. Есть место, где отдохнуть, потому что для наших спортсменов специально будут прорисованы дорожки, по которым будут и на роликах кататься, и на велосипедах, и на электрическом транспорте, потому что мы идем вперед с технологиями, со временем, и у многих сегодня есть там велосипеды, да, можно будет на них кататься. Гироборды. Да, гироборды. И вот все, что сегодня ассоциируется с весенне-летним отдыхом у моря, вся палитра будет представлена на трассе здоровья. У нас є підготовлений заздалегідь сюжет, коли там був мер міста з перевіркою. Давайте подивимося його. Давайте. Перевірку виконаних робіт почали з ділянки у районі 10-ї станції Фонтану. Там уже з'явилась більша частина навісної конструкції, яку залишилось продовжити до наявної траси здоров'я, прибрати будівельне сміття та очистити прилеглі схили. Ні, ну здесь нічого не висадимо, здесь нужно просто, щоб спеціалісти... Здесь мусор, да. Петр, я вас прошу, ви візьміть спеціалістів, мусор можна брати, так це проще всього. Посмотрети здесь по... Ну, здесь все-таки прогулочна зона. Якщо це ракушняк, може до ракушника глину эту убрати, поки є можливість. Трохи інша ситуація у районі Морської симфонії. Там естакада буде ділитись на дві частини – велосипедну та пішохідну. Тут тільки нещодавно завершились початкові роботи та підготовка ґрунту до залиття бетону. Ділянка довжиною трохи більше кілометра чекає на стабільно суху погоду, під час якої і буде залити фундамент та встановлять підпори. Далі шері буде, далі шері йде? Так. І далі теж. Тобто, від 3 до 4, 4,20 буде.
Там, в принципе, сверху, если подняться по лестнице, по асфальту пройти, можно будет там сейчас сверху можно будет. Але на будівництві роботи над естакадою не завершуються. Нову трасу потрібно ще облагородити та озеленити. Аби було де не тільки покататись на велосипеді, а й відпочити, на об'єкті планують встановити 25 лавок та урн. Для освітлення та інших благ цивілізації з'явиться 50 ліхтарів, бортове каміння та перила. Ми просто чекаємо устойчивої погоди для того, щоб приступити к етапам виходу естакади вже непосередньо на трасу здоров'я з одної і з іншої сторони. Итак, это будет посредством насыпей, то есть будут устроены там подпорные стенки, обратная засыпка. На сьогоднішній день будівництво йде згідно з графіком. Завершити усі роботи більш ніж можливо до початку курортного сезону, 1 червня. Поява 12-кілометрової траси з велодоріжками від Ланжерону до Золотого берегу повинна порадувати не тільки спортсменів, а й усіх одеситів. Історично завжди, як я, як юний користувач, всі одесити хотіли, щоб була єдина траса. От і чому я говорю історичне событие, що ми близькі, як ніколи, к воплощенню цієї ідеї і мечти всіх одеситов, активних пользователей і любителей здорового образу життя. Відкрити естакаду хочуть пишно та урочисто, велопробігом та спортивним святом. Це буде більш ніж символічно, адже у цьому грандіозному проєкті головна ціль – це зробити наше місто більш спортивним та здоровим. З якими труднощами довелося зіткнутися? Ну, ви бачили сьогодні якраз в нашому сюжеті той об'єм, да, з яким прийшлося столкнуться нашим подрядчикам. Сложности многопрофильности. Объясню почему. Потому что очень такой извилистый путь, во-первых, велопешеходной трассы. И, конечно, нужно было учесть всю сложность всей этой ситуации, доступность. Мы прекрасно понимаем, что как раз активными пользователями будут люди, которые занимаются спортом. Ну и, как я сказал, все желающие, все одесситы, конечно же, захотят пройтись по трассе здоровья. Вы видели, некоторые участки будут немножко сужены. Это объясняет, скажем так, технические характеристики. Потому что, с одной стороны, уже склон, с другой стороны, высажены деревья. Мы это все хотим сохранить. Ну и, конечно, максимально комфортно показать и открыть этот путь одесситам. И, как сказал мэр города Геннадий Ильич, это исторический момент. Потому что в планах было огромное количество предложений. Да, навесная какая-то трасса, объездная, пешеходная. А тут как раз мы видим, это велопешеходная. И я уверен, это определенное время займет для того, чтобы как раз вот эта велопешеходная трасса стала таким чекпоинтом точки туристических маршрутов. Потому что, может быть, где-то в Европе это уже обыденно и к этому привыкли, но для нашего города это такой исторический момент. Я горжусь, что мы имеем непосредственное отношение к этому проекту. Як буде проходити траса здоров'я у ЖК «Морська симфонія»? Це дуже таке проблемне питання. Вот как раз и самая большая проблема была в том, вы прекрасно понимаете, что 10 лет назад, 12, давали разрешение на строительство, и там начал возвышаться над горизонтом дом многоэтажный и многоквартирный, и как раз перекрыл движение непосредственно от Аркадии до 10-й станции Пышов, до 16-й. И самый сложный момент это был обогнуть вот как раз морскую симфонию, сделать не тропинку, а реально трассу, потому что вот на протяженности всей трассы здоровья одесситы привыкли, что она широкая, она двухполосная, как раньше говорили. Да, сегодня мы уже понимаем, что отдельно у нас идет, и одесситы привыкли. Самое главное, что это уже действительно такая пошла тенденция уважения друг к другу, что не по всей трассе здоровья по асфальту идут наши жители города, а реально понимают, что с левой стороны, если мы идем от Аркадии в сторону парка Шевченко, это велосипедная трасса для людей, которые занимаются активным образом жизни.
Потом идет дорожка, где могут и гуляют одесситы, и, конечно, пешеходная зона для того, чтобы маленькие дети, пожилые люди могли спокойно себе без опасности пройти. Это мы хотели перенести и как раз вот сюда, на велопешеходную трассу. Сложность только в том, что ширина, да, в некоторых участках она будет не такой, как, допустим, над 10-й станции Большого Фонтана. Это единственный будет нюанс, это сложность, потому что вы видели, это подпорная стенка была, это и основание, это и как раз самое главное, это безопасность, потому что в первую очередь мэр города поставил задачу, что сам этот проект, он не должен быть каким-то техническим элементом попадания с точки А в точку Б. Должны быть смотровые площадки, должны быть места, где действительно могут одесситы присесть и посмотреть или полюбоваться нашим Чорним морем, ну і великолепними пляжами. Яка вартість даного проекту? Чи була збільшена початкова сума? Если мне память не изменяет, это около 32 миллионов гривен. На сегодняшний момент около 22 миллионов гривен уже использовано. Уточнения в бюджете не подавались, и, как сказал сегодня и Петр Моисеевич, курирующий зам, который ведет этот проект, что мы четко в графике двигаемся и откроем, так как и обещали одесситам, 1 июня. То бишь, цих коштів буде достатньо? Мы на это рассчитываем, потому что это же пилотный такой проект, и это не обыденный проект, который во многом схож на предыдущие. Когда это просчитывали, действительно просчитывали все риски, но бывает, конечно, какие-то моменты не учли. Вот как раз на сегодняшний момент, вроде бы мы идем в графике, дополнительного финансирования не просили, но я уверен, что если нужно будет дополнительное финансирование, это будет объяснимо по тем или иным спорным вопросам. Яким буде відкриття? Вже є якісь плани? Есть большое количество предложений, потому что одесситы очень активный народ, и мне очень приятно, потому что это как раз мы всегда шутим, это Приморский район, но как раз дружба между районами, дружба между нашими горожанами, это трасса здоровья соединит, да, велопешеходная между Приморским и Киевским районом. И сегодня два района города активно принимают участие в разработке проекта открытия. Это и спортивные будут мероприятия, и, конечно же, мы рады услышать всех одесситов, свои предложения, потому что все знают прекрасно, что мэр нашего города занимается спортом, активно занимается спортом. И он предложил, что, конечно, определенный этап открытия должен проходить в спортивной форме. В плане того, что это должны быть соревнования, это должен быть праздник, спортивный праздник, ну и, конечно, праздник для всех одесситов. Мы пока принимаем предложения и, конечно, воплотим в самых лучших традициях отзывчивости одесситов. Ну и, конечно, с распростертыми объятиями будем рады видеть всех одесситов на этом празднике. Куда подавать свои пропозиции? Предлагаю подавать свои предложения в две районные администрации. Это в Приморскую районную администрацию и в Киевскую. То бишь, это в письмовом виде? Чи як? Абсолютно спокойно. У нас есть страничка в Фейсбуке, которая сегодня отвечает требованиям 21 века, в любые предложения, которые одесситы хотят реализовать на этом проекте, мы видим, когда нам присылают электронные сообщения, можно это прислать на электронную почту или на страничку Facebook, если это удобно, или в печатном варианте, пожалуйста, на любой, скажем так, удобный день недели, потому что я принимаю лично в виду прием, мои заместители принимают, начальники отделов, или просто человек одессит может прийти, зарегистрировать у нас на первом этаже в канцелярии свое обращение, ну и, конечно, мы с ним будем работать и свяжемся с нашими одесситами. Что стосується трасы здоровья в целом? Чи є плани якісь робот по ее покращенню в цьому році? Мы перед собой поставили задачу, в первую очередь это мэр города Геннадий Леонидович, когда только были первые этапы, первые шаги по благоустройству трассы здоровья,
и по восстановлению вот этого чувства, спортивного чувства у одесситов. Первым этапом это было восстановление, конечно, пешеходной части, это было восстановление асфальтного покрытия. В первую очередь мы подумали о том, что трасса здоровья должна быть безопасной. Это установка опор освещения, это новое освещение, это установка видеокамер наблюдения, потому что департамент муниципальной безопасности, муниципальная варта ведет там круглосуточный, скажем так, режим своего несения службы для безопасности одесситов. Конечно, это была установка детских площадок, спортивных площадок, баскетбольных площадок, площадки для лиц с инвалидностью. Это те этапы, которые действительно требовали одесситы, и шаг за шагом городская власть и районная власть реализовывала эти проекты, и сегодня мы можем этим гордиться. Конечно, мы хотим закончить в том понимании трассы здоровья, которую мы уже видим, от парка Шевченко до 16-й станции Большого Фонтана. Уже сегодня мы видим этапы реализации этого проекта на 13-й станции Большого Фонтана, где организована уже новая детская площадка и спортивная площадка будет реализована. Есть такая смотровая красивая площадка, где одесситы могут прийти и отдохнуть. Ну и, конечно, я уверен, после того, как непосредственно проект велопешеходной трассы здоровья откроет, если можно так сказать, свои двери, начиная уже с 1 июня, мы будем семимильными шагами стараться реализовать этот проект в кратчайшие сроки для того, чтобы одесситы наполнились и свежим воздухом, ну и, конечно же, поддержать свою спортивну форму на этом участке. Тобто в цьому році будете і далі відкривати дитячі майданчики, спортивні майданчики. Скільки? Є якісь дані? Я зараз вам розкажу секрет. Многие одесситы спрашивали, а почему вот именно здесь площадка будет стоять, а не здесь? Почему тренировочная база будет здесь, а детская площадка здесь? Почему баскетбольная площадка будет здесь, а не в другом каком-то месте? Было принято решение уйти от официоза, от чиновничьей вот этой вот суеты, а встретиться со всеми неравнодушными одесситами, которые сегодня здравые идеи предлагают городской власти. Вот как раз поэтапная наша работа с общественностью Приморского района, с общественностью нашего города, со спортивной общественностью, с лидерами мнения дала нам возможность как раз и расписать наш пошаговый план работы и установить или детские площадки, или спортивные площадки именно в тех местах, где это просили одесситы. Потому что были площадки, которые установлены были 30 лет назад. И они не пользовались спросом только из-за того, что материально-техническая база была в неудовлетворительном состоянии. Но после того, когда было предложено восстановить, мы сегодня видим, что 365 дней в году эти места пользуются популярностью у одесситов. Точно так же мы сегодня по этапу завершения проекта велопешеходной трассы здоровья готовы выслушать от одесситов предложения, где они видят на следующих этапах детские площадки, ну и, конечно же, спортивные площадки. И мы это обязательно реализуем. Які зараз проводяться заходи на трасі здоров'я по її облагородженню? Самое главное, одесситы уже к этому привыкли. Мы готовимся к активному, к яркому, к высокому сезону заблаговременно. Вот середина февраля, а у нас уже намечены субботники совместные. Это, и опять же я скажу, мы работаем совместно с общественностью Приморского района, города в целом. Мы выходим совместно на наши склоны, готовим к весне, я имею в виду, убираем все то, что за эти месяцы суровой нашей одесской зимы там тоже, как говорят в Одессе, откуда-то этот мусор все-таки там появился. Вот мы как раз и это все убираем, как сегодня мы видели, мэр дал поручение Петру Моисеевичу для того, чтобы наше коммунальное предприятие Горзелентрест разработало свою позицию и предложение по склонам. Это или высадить те или иные растения, которые хвойные, будут там действительно и хорошо смотреться, и отвечать полностью всем стандартам,
И, конечно, убрать, подрезать и обезопасить наши склоны. Вот эта работа уже ведется и до мая месяца, потому что 1 мая у нас начинается активный момент уже отдыха, потому что высокий сезон у нас 1 июня, ближе, скажем так, к началу лета, а вот в мае месяце уже одесситы выходят на склоны, на прибрежную территорию, и для этого мы обязаны, и мы реализуем это, поставленную задачу мэра, и я ставлю задачу сотрудникам нашего района, чтобы приморская часть велопешеходной трассы здоровья была в том состоянии, в котором ее привыкли видеть одесситы в летний период. Ухоженная, благоустроенная и готова принять наших одесситов там. Якщо брати зелені зони всього Приморського району, які роботи плануються проводити там в цьому році? Це гордість наша, гордість Приморського району. Це сквери, парки, зелені зони нашого Приморського району і, звісно ж, міста Одеси. І ми прекрасно розуміємо, что это, этот проект благоустройства должен быть не ситуативный от какого-то момента к какому-то моменту, а это действительно такая сложная, многопрофильная работа. Я могу поблагодарить одесситов за активное участие в жизнедеятельности района, ну и, конечно же, показать, как сегодня живет парк Шевченко, как сегодня живет парк Победы. После того, как в парках было сделано благоустройство, было проведено освещение, было установлено более 400 скамеек в двух парках, облагорожен парк и дорожки действительно сегодня показывают нам одесситы, где они десятилетиям были просто протоптаны, а сегодня благоустроенная тропинка со скамеечками, где можно сесть отдохнуть. И, конечно же, это вот тот показатель нашего отношения друг к другу. Одесситы нам дают пас, а мы, как районная власть и городская в целом, реализовываем все требования. Я уверен, что заключительный этап благоустройства Парка Победы мы завершим в 2019 году. И это будет уже полностью комплекс благоустроенной территории и парка. И есть у нас спортивная общественность, которая сегодня обратилась к нам в районную администрацию, ко мне лично как председателю с инициативой, чтобы в Парке Победы был установлен, благоустроен еще один такой вот круг спортивных многофункциональных тренажеров для того, чтобы спортсмены, которые привыкли каждый день заниматься спортом, могли там реализовать свое непосредственное право. И этот проект мы в 2019 году реализуем в Парке Победы. В Парке Шевченко большое количество проектов. Жизнь идет, бьет ключом, и точно я уверен, что вот как раз самый главный показатель – это совместная работа районной власти и одесситов, городской власти и всего города. Вот как раз об этом мы и должны говорить и работать только совместно. Что стосується парка Преображенский, что там зараз відбувається? Один из наших проектов – это парк Преображенский. И одесситы коренные прекрасно понимают, что парк Преображенский еще полтора года назад – это был такой Бермудский треугольник. Только в светлое время суток коренные одесситы могли себе позволить пробежать сквозь этот парк. Почему я говорю коренные одесситы? Потому что все прекрасно понимали и знали, что это не парк, это какая-то неблагоустроенная зеленая зона с количеством людей без определенного места жительства, с огромными кучами снесенного туда мусора, с разбитыми какими-то помещениями, которые никто не использовал. Сегодня мы уже видим первые этапы реализации этого проекта. Весь парк, практически весь парк уже благоустроен. Полностью новая плитка везде по парку уже установлена. Меня единственный такой момент возмутил, и я ставил этот вопрос, как можно вот поломать антивандальные скамейки. Вот для меня выражение «антивандальная скамейка», она несет в себе смысл уже, что она не ломается, не бьется, ее невозможно расшатать или поломать. Но вы знаете, к сожалению, мы, наверное, недооценили.
одесситов, которые все-таки под таким соусом это воспринимали. Это мое, и я так привык жить в этом парке и буду, значит, делать так. Ну, мы сделали работу над ошибками, будут восстановлены все антивандальные скамейки. Конечно, уже туда проведены опоры освещения и полностью весь парк теперь освещен. Конечно, устанавливаются с каждого входа в парк великолепные ворота, большие, красивые. Устанавливаются скамейки для отдыха, устанавливается там детская площадка. И я уверен, что вот из Бермудского треугольника, точно так же, как на Старосиной площади, когда, опять же, одесситы многие критиковали и не верили, что этот пилотный проект реализуется, и он реализовался, и сегодня Старосиная площадь как раз и показывает тот вариант реализации таких проектов. В парке Преображенском, я уверен, будет такой же этап благоустройства для наших одесситов. Що ж, дякую. Дякую за те, що прийшли. Дякую за інтересну бесіду. Нагадую, у мене в гостях був глава Приморської райадміністрації Марат Корольов. З вами, шановні телеглядачі, ми прощаємося. Залишайтеся на телеканалі Медіаінформ і до зустрічі.